С вами Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор Кенгрой 0.39 инда на 39 предметов. Кенгрой — тайваньский бренд. И сейчас, раньше, в 80-х годах, если почитать историю, он выпускался в Германии. Даже это сейчас указывается на упаковке Germany STD. Вот здесь уже указывается Made Taiwan. Инструмент профессиональный, материал изготовления хром-ванадиевая сталь. Что еще из информации? Указывает производитель гарантию 1 год. Маркировка CRO Steel. Хромовая сталь. 72 зуба трещотки. Сейчас наборы новые. Раньше они были на 24 зуба с черной рукояткой. Сейчас, видите, рукоятка черно-синего цвета. Трещотки новые, на 72 зуба идут. Так, что еще из важной информации на упаковке? Ну, в принципе, все. Ну, комплектация указывается также. Такая прокладка ложится между двух крышек при закрывании набора. Так, трещотка 72 зуба. Трещотка разборная. Есть реверс справа-влево переключение. Быстрый сброс, фиксация головки. Рукоятка комбинированная. Черные вставки резина. И синий пластик. Надпись на трещотке Кенгрой на самой рукоятке. И также Кенгрой. Маркировка CRV на металле указывается. Длина трещотки 150 мм. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм также. Маркировка Кенгрой на рукоятке и CRV. Хромованадевая сталь. Ручка пластик. Есть присоединительный квадрат. Сюда вы можете ставить или трещотку, или Т-образный вороток. Данная рукоятка в наборе может применяться или головки одевать сюда для труднодоступных мест. Подлезть там, где трещоткой не залезешь. Или одеваете переходник. И есть в наборе комплект бит. Дальше я покажу. И получаете отвертку. Так, далее Т-образный вороток. Длина 110 мм. Также используются или головки, или битодержатель сюда можно надеть. Удлинитель также. Два удлинителя идет в комплекте. Это на 50 и на 100 мм. Битодержатель уже показывал. Вот он. И комплект бит. Биты идут в пластиковом холдере, но здесь только типа один типа размер, это биты торкс. Общее количество 10 штук. То есть если нужны крестовые, шестигранные биты, шлицевые, то это нужно будет купить отдельно еще набор. Головки длинные. Общее количество в наборе 8 штук. Размеры 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 это самая большая. Головка длинная. Под квадрат 1,4. Да. Забыл сказать, набор под квадрат 1,4 дюйма. И головки короткие, общее количество 13 штук. Размеры 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Самая большая. Вы видите, особенность Кенгрой. Синяя полоска с надписью Кенгрой, хром, ванадиевая сталь. Такие полоски еще встречаются на наборах Кингтони. И вот на наборах Кенгрой также она присутствует. Профиль в наборе шестигранный. И у нас кардан для труднодоступных мест. Сделали трещотку, кардан, удлинитель. И можно работать, крутить в труднодоступном месте. Кейс пластиковый. Состоит из двух частей. Посередине пластиковая зависа. Запирание на металлическую защелку с логотипом Кенгрой. Наверное, защелка у нас съемная. Да, ее можно снять. Габариты кейса. Габариты кейса у нас. Ширина 29 см, длина 19,5 см, высота кейса 6 см
и вес 1370 грамм. На верхней крышке логотип Kingroy оранжевого цвета, Professional Tools, Germany, STD. Такой вот небольшой набор или дополнительный набор для уже, если у вас есть основной, такой вот небольшой наборчик инструментов. За подписку на канал, за комментарий к видео, при заказе этого набора вы получаете дополнительную скидку от нашего магазина. Спасибо за просмотр.